промышленных районах закрытого города улицы зачастую называли просто и незамысловато. Просека, радиальная, проезд, в зависимости от направления и характера движения. Если по соседству строилась новая улица, то к старому названию добавлялось порядковое числительное. О красоте самих улиц, и уж тем более их названий, задумывались далеко не в первую очередь. Главное – темпы строительства. Вот и появлялись одинаково безликие улицы с невыразительными названиями. Третья – радиальная, вторая – просека, четвертый – проезд. Восьмой проезд начинался от городского аэродрома ОС «Авиахима», который в годы войны являлся запасным для авиационного завода и был отмечен даже на немецких разведывательных картах. Заканчивался он на Семейкинском, ныне Московском шоссе. Позже на месте аэродрома и дач появились жилые массивы – Досааф и Черновские сады. И восьмой проезд соединил два района Куйбышева – Октябрьский, бывший Сталинский, и Советский, бывший Молотовский. 22 апреля 1965 года восьмой проезд по указу правительства был разделен пополам. Часть от аэродромной до Блюхера стала называться улицей имени генерала Карбышева, а вторая половина, как логическое продолжение улицы Героев, 27 апреля 1965 года, получила имя Героя Советского Союза Ольги Санфировой. Кто она, Ольга Санфирова? В своей короткой жизни, длиной всего лишь в 24 года, она была Лёлей для подруг, Лейлой для своих родителей. Такое имя дали они своей маленькой дочке, которая появилась на свет 2 мая 1917 года. В это время семья Санфировых жила в Самаре. А в середине 30-х годов переехала в Узбекистан. После окончания 9 классов Лейла уехала в Коломну, Московской области. Здесь и осуществилась большая мечта девушки. Она поступила в аэроклуб, после обучения в котором работала в управлении санитарной авиации Москвы. Затем летчиком-инструктором 78-й учебной эскадрильи Западно-Сибирского управления гражданской авиации в городе Татарске Новосибирской области. Ольга, а так стали называть ее в эскадрилье, занималась любимым делом, строила планы на будущее. Все изменило 22 июня 1941 года. Началась война. В райвоенкоматы ежедневно приходят девушки. Они просят о зачислении в ряды Красной Армии и обещают с честью носить звание советского воина, биться с ненавистным врагом, не щадя своей крови и самой жизни. Ольга обратилась в военкомат с просьбой о вступлении в Красную Армию, но ей было отказано. Восьмого сентября 41 года знаменитая летчица, герой Советского Союза Марина Роскова записала радиообращение ко всем советским женщинам. Мы будем побеждать! Дорогие сестры, неизмерима наша ненависть к врагу, непоколебима наша воля к победе, неисчерпаемы наши силы, которые мы целиком отдаем Родине для борьбы с врагом. Советская женщина – это сотни тысяч высококвалифицированных мастеров на гигантских заводах, где тысячами рождаются наши боевые самолеты, танки, пушки и пулеметы. Советская женщина – это сотни тысяч автомобилисток, трактористок и летчиц, готовых в любую минуту сесть на боевые машины и ринуться в бой. Через месяц Марине Михайловне удалось убедить ЦК партии в необходимости создания женского авиационного подразделения. И в декабре 1941 года Ольга Санфирова была призвана в Красную Армию. В Батайске окончила военную авиационную школу пилотов и была направлена в город Энгельс Саратовской области. Здесь девушки проходили курс теоретической и практической подготовки. Из них готовили истребителей, дневных и ночных бомбардировщиков. Ольга оказалась в третьей группе под командованием Евдокии Бершанской.
Именно она заметила у молодого пилота легкость и профессионализм при управлении самолетом, прекрасные организаторские способности. Санфирова была назначена заместителем командира эскадрильи. Вместе со своим полком она ждала отправления на фронт. Но произошло событие, которое могло стать роковым. В Энгельсе во время тренировочных полетов по маршруту самолет замкомандира эскадрильи Санфировой пролетел под линией высоковольтных проводов, задел за них, и в результате машина была разбита. Трибунал в Энгельсе признал виновной Ольгу, поскольку она отвечала за полет, и дал ей 10 лет лишения свободы. Полк на фронт вылетел без нее. Командование просило помочь Санфировой вернуться и в боях искупить вину. В полк она вернулась только в мае 42 года. Надо было дать ей штурмана, и мы решили перевести к ней Руфину Гашеву. А к Ире Сибровой назначить другого штурмана. Сибровой и Гашевой, которые летали вместе, не везло. Во время учебного бомбометания в Энгельсе их самолет упал, но они остались живы. Потом уже на фронте, возвращаясь с задания, при посадке столкнулись с прожектором, и опять авария. В таких случаях часто появляется чувство неуверенности в себе, поэтому состав экипажа надо было изменить. Так Гашева начала летать с Санфировой, и их экипаж стал одним из лучших в полку. Постепенно их повышали в должностях, пока Ольга не стала командиром, а Руфа – штурманом эскадрильи. Воевать пришлось на самолетах У-2. В мирное время это была летающая парта для большинства летчиков. Несерьезный с военной точки зрения самолет в годы войны стал грозным оружием нашей авиации. Днем его шансы на успех были ничтожно малы из-за низкой скорости и высокой уязвимости для любого вида стрелкового оружия. Но в темное время суток более эффективного бомбардировщика было не найти. Конструкция самолета представляла из себя деревянный каркас с полотняной обшивкой, поэтому радары фашистов не могли его засечь. Благодаря своим взлетно-посадочным характеристикам У-2 мог садиться на небольшие аэродромы и неподготовленные площадки. При мощности двигателя всего в 115 лошадиных сил и максимальной скорости 134 км в час он имел бомбовую нагрузку в 350 кг. За неказистый вид фашисты называли его «русфанер» — кофемолкой или швейной машинкой. А в наших войсках более ласково — уточкой, кукурузником, тихоходом за небольшую скорость. Но именно небольшая скорость неожиданно стала его главным преимуществом. Скоростные истребители и штурмовики фашистов просто проскакивали мимо небесного тихохода. Повторно отыскать низколетящий маленький самолет на фоне земли было очень сложно, тем более ночью. Немецкие асы боялись прижиматься слишком близко к земле, и часто именно это спасало летчицам жизнь. Регулярные ночные бомбежки изматывали врага, лишая отдыха и возможности перегруппировки. Появляясь из ниоткуда, кукурузники сеяли вокруг смерти хаос, внушая панический страх. Узнав о том, что полк женский, фашисты прозвали летчиц ночными ведьмами. Уникальность 46-го гвардейского полка заключалась в том, что все бойцы, и летчики, и штурманы были только женщины. А механиками и инженерами – студентки технических вузов страны. Под командованием Евдокии Давыдовны Бершанской полк сражался до окончания войны. Она была настоящим командиром, гордостью всего полка. Никогда никого не хвалила и не ругала. Но достаточно было одного ее взгляда, чтобы почувствовать двойную вину, если была виновата, или оказаться вдвойне счастливой, если сделала что-то хорошее. Девушки считали ее второй матерью. Порой это подразделение шутливо называли «Дунькин полк», намекая на полностью женский состав и имя его командира. Поначалу женские эскадрильи вызывали скептицизм.
Но тем не менее они бросали вызов ночному небу, вновь и вновь доказывая свое право летать. Иногда ценой собственной жизни. За одну ночь девушки делали по несколько боевых вылетов. Отбомбив и вернувшись на аэродром, самолет заправлялся боеприпасами и снова летел на задание. Под обстрелом зениток планировали на высоте 500 метров. На предельно малой скорости сбрасывали бомбы точно в цель. Этого не могли добиться лучшие дневные бомбардировщики. За одну ночь, в любую погоду, самолет делал по 8-10 рейдов. Авиатехники постоянно находились на аэродроме. Каждая девушка-вооруженец за ночь подвешивала до 3 тонн бомб. Летали подвое, пилот и штурман. Часто штурман сама сажала самолет, если пилота ранили. До середины 44 года экипажи полка летали без парашютов, предпочитая брать с собой лишние 20 килограмм бомб. Но после тяжелых потерь пришлось подружиться с белым куполом. Шли на это не очень-то охотно. Парашют сковывал движение, и к утру от лямок ныли плечи и спина. Днем девушки писали письма родным, играли в шахматы или, собравшись в кружок, пели. Им было в среднем по 22 года, и потому не покидала их романтика и любовь к жизни. Девушки издавали свой рукописный литературный журнал. Писала в него свои стихи и Ольга Санфирова. «На звезды глядя я мечтала, открою новую звезду. На звезды глядя я вздыхала, когда ж любовь свою найду? На звезды глядя я мечтала, зайдет звезда моей любви. Тебя в тот вечер повстречала, всю ночь нам пели соловьи. На звезды глядя я вздыхаю, моей сегодня не видать. Зачем нашла тебя? Не знаю. Не для того ль, чтоб потерять». После войны известный татарский композитор Сара Садыкова напишет на эти стихи музыку. В этой песне душа Ольги, тайна ее любви, любви, которой не суждено было сбыться. Ольга Санфирова была классным летчиком. Она участвовала в боях за оборону и освобождение Северного Кавказа, в Новороссийско-Таманской, Крымской и Белорусской наступательных операциях. Не раз экипажу Санфировой приходилось совершать посадки на подбитом самолете и ночами пробираться к своим. Руфина Гашева, штурман Ольги, вспоминала. «В тот день нам вручали гвардейское знамя, а Лёле Санфировой – орден Красного Знамени. Решили отметить этот день большим числом вылетов. Летим уже в третий раз, а впереди еще долгая ночь». На третьем боевом вылете их сбили. Ольге удалось посадить машину, но на вражеской территории. Двое суток пробирались они через линию фронта. Спасло их то, что недалеко были плавни, болота и камыши. В них они прятались от немцев. Нашли эти плавни по кваканью лягушек. Руфа потом напишет в литературном журнале второй эскадрильи. «Только и теперь я не могу равнодушно переносить кваканье лягушек. Невольно наворачиваются слезы умиления и благодарности. Кому как, а мне лягушачьи песни дороже соловьиной трели». Ночные ведьмы нанесли ощутимый урон врагу. Осуществив за годы войны 24 тысячи боевых вылетов и сбросив 3 миллиона килограмм бомб. К концу войны 23 летчицы этого полка были удостоены звания Героя Советского Союза. На счету самой Ольги 630 боевых вылетов, во время которых было сброшено 77 тонн авиабомб, уничтожено до 2 взводов пехоты, 1 склад,
две артиллерийские, три пулеметные точки, две переправы, 5 автомашин, вызвано 78 очагов пожаров. За боевые заслуги Ольга Санфирова была награждена орденами Красного Знамени, Отечественной войны первой степени, Александра Невского за оборону Кавказа. Декабря 1944 года Ольга в последний раз поднялась в небо. После выполнения задания самолет возвращался домой. Самолет был подбит, она парашютом выпрыгнули, она попала, приземлилась на поле, где было поле заминировано противопехотными минами. А ее штурман, та приземлилась на, где противотанковые были, Руфина Гашева. И как-то уже прямо вот в наши годы по телевизору я включила и Руфину Гашеву показывает, ну, старенькая. Я думаю, вот она, которая была штурманом. У Ольги Санфировой. Самолет упал на территории противника, а мы попали в орбитальную полосу, которая была заминирована. У меня парашют не сразу открылся, и поэтому я как-то с запозданием я оказалась на участке, где были противотанковые мины. Она попала там, где противопехотные. Она наползла на мину и подорвалась, и погибла. Руфина Гашева тяжело переживала смерть своей подруги. Наступило утро. Лёлю принесли. Я вышла из землянки посмотреть на нее. Казалось, она спит, склонив голову на плечо. Потом приехали девушки из полка. Меня обнимали, утешали. Когда подъехали к дому, где мы жили, я сразу встрепенулась и, выпрыгнув из машины, побежала в свою комнату. Мне казалось, что там Лёля, настоящая, живая. Вернувшись в полк, я еще долго летала, как и прежде. Только летчик у меня был другой, Надя Попова. Я иногда ошибалась и называла ее Лёлей. В Куйбышеве у Ольги Санфировой осталась мама, Александра Константиновна. Туда, по адресу улица Рабочая, дом 47, и была отправлена похоронка. Погребена героическая летчица в белорусском городе Гродно, в котором одна из улиц названа ее именем. Есть памятник Санфировой и в Коломне. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленной при этом отвагу и геройство гвардии капитану Санфировой Ольге Александровне посмертно присвоено звание Герой Советского Союза. Среди наших земляков она оказалась первой женщиной, удостоенной этой высокой награды. Боевые потери полка составили 32 человека. Несмотря на то, что летчицы погибали порой за линией фронта, ни одна из них не считается пропавшей без вести. После войны комиссар полка Евдокия Яковлевна Рачкевич на деньги, собранные однополчанами, объездила все места, где гибли самолеты, и разыскала могилы всех подруг.
память о своих однополчанах Евгения Жигуленко, ставшая после войны кинорежиссером, сняла художественный фильм «В небе ночные ведьмы», в котором, по признанию автора, все героини имели реальный прототип. Ну, что скажешь? Сейчас что-то будет. Товарищ командир, ефрейтор Поликарпова прибыла из госпиталя. Абсолютно здорова, готова летать. Я не больная, Евдокия Михайловна. И что хотите делать, я в госпиталь не поеду. Захарченко, что творится в твоей эскадрилье, черт подери? Я так и знала, что этим все кончится. Героической жизнью Ольги Лёли Санфировой, прославившей свой родной город, интересуются историки и краеведы. В книге Альбины Михайловны Липатовой «Самарских улиц имена» ей посвящена одна из глав. Известный татарский писатель Шамиль Ракипов посвятил ее полку книгу «О чем грустят кипарисы». По инициативе Марии Ивановны Рунд, бывшего парторга 46-го гвардейского авиаполка, 8 мая 1985 года, в 40-ю годовщину Великой Победы, в небольшом сквере рядом с Домом молодежи на пересечении Аэродромной и Революционной был установлен памятник Стелла. Памятник на небольшом пьедестале изображает женскую фигуру, которая будто летит между двумя устремленными ввысь крыльями. Создается впечатление полета и какой-то неудержимой стремительности. В 80-е годы 20 века Мария Рунд была депутатом городского совета. Заняв активную общественную позицию и потратив немало сил, она смогла собрать достаточно средств для создания памятника Ольге Санфировой. И теперь пилоты-ветераны, прибыв в наш город, приходили к монументу, чтобы почтить память героини. В школьных музеях есть экспозиции, посвященные нашей героической землячке. 2 октября 2002 года стоялось торжественное открытие музея. С тех пор каждый год в музее бывает более 1000 ребят. Это замечательный опыт, который они здесь получают. И надеемся, что посещение музея еще раз выполнит задачу. Никто из героев не будет забыт. Наш музей рассказывает о наших землячках во время Великой Отечественной войны. Всего на фронт ушло 40 тысяч девушек. Девушки сражались наравне с мужчинами и освоили практически все военные специальности. Ольга Санфирова провела всего 605 боевых вылетов. Воевала на Северном Кавказе, побережье Азова, в Крыму, Белоруссии и Польше. Однажды во время разведполета Ольга, спасаясь от немецкого истребителя, посадила самолет прямо на поле, после чего на поврежденном самолете смогла взлететь и спасла офицера штаба. Ольга Санфирова стала первой женщиной Самары, удостоенной звания Героя Советского Союза. Жили-были девчонки. Смешливые и серьезные, бойкие и застенчивые, московские, калужские, сибирские, уральские, почти взрослые, почти самостоятельные. Мечтали о большой, яркой, интересной жизни. Готовились стать инженерами и артистками, учить детей и строить заводы. Но пришел час испытаний. В лихую годину мать родина позвала их. И надели они солдатские шинели, стали санитарками, зенитчицами, связистами, летчиками. На истребителях и бомбардировщиках они, ни в чем не уступая мужчинам, громили врага. И оказалось, что у девушек железный характер, твердая рука, меткий глаз. Герой Советского Союза Алексей Петрович Моресьев.